Послушайте, пожалуйста, одну самую важную вещь. Дело в том, что теория не занимает место практика. Пожалуйста, внимание. Теория, она не занимает место практика. Потому что ни один теорик понятия не имеет, что произойдет с бизнесменом, когда попадает в тяжелую ситуацию. Теоретически на учебниках по-другому. А в реальности ситуация складывается по-другому. Теперь внимание обратите. Но теория не занимает место практика, но практика не занимает место профессиональных знаний. Каждый из вас имеет в своем сфере 10 лет, 20 лет практический опыт. Так? У каждого из вас есть практический опыт. Но вы не привыкли такой уровень знаний каждый день слышать. Понимаете? А когда такого уровня знаний сталкивается человек, у него голова кругом пойдет. Когда меня слышит, вроде бы понятно все. Вроде бы все легко. А когда пойти делать, с чего начать, голова кругом. Согласны? Это вначале все как-то легко и понятно. Но делать не так просто. Я это знаю. Поэтому модель моей работы, она такова. Уже с годами работая с людьми, я очень хорошо кое-что понял. Нужно сначала создать банк соленые огурцы. Человек должен заселиться. Как банк соленые огурцы бывает. То есть сначала должно формироваться мышление. Мышление должно формироваться. Когда мышление формируется, потом легче другое. Дело в том, что ко мне приходят практики, а у вас уже формированы убеждения. Кто понял? Ваша проблема, ваш прошлый опыт. Вы привыкли так делать. Так? А скажите мне, пожалуйста, вот меняться легко? Вы замечаете, что очень сильное сопротивление происходит внутри? Умом понимаешь, что так надо делать, но пойдешь опять как привык. Вы замечаете этого? Например, мне намного проще иногда с детьми работать, честно скажу вам. Я им объясню, они пойдут сразу делать так, как надо. А когда взрослым говоришь, они пойдут, знаете, три проблемы я встречаюсь. Они пойдут, в первую очередь, их внутренняя сдерживающая сила удерживает их. У человека есть два энергия. Напишите это, пожалуйста. У человека есть два энергия. Одна энергия, она является движущая сила. У человека есть два энергия. Одна энергия – это движущая сила. Вот. Вторая энергия – это сдерживающая сила. Одна двигает человека, второй сдерживает. Под слово «движущая сила» – это что? Движущая сила – это, например, что выходит туда? Это цель. Это, внимание обратите, идея. Бывает, как эта идея появится, у вас сели неделю, вы вдохновлены. Сели неделю, у вас внутри горит. Я сделаю так и так далее. Это идея. Это желание заниматься благотворительностью. То есть что-то оставить после себя. Это желание быть популярным, известным, значимым. Это все движущая сила. Спортсмен прекрасно понимает, что он может покалечить себя, когда выходит на ринге бокса. И альпинист знает, что, возможно, оттуда он живым не возвращается. Но желание преодолеть вот это расстояние или доказать себя – это движущая сила.
испытать себя и так далее, желание героизма и так далее, и так далее. Вот это все движущая сила, признание, богатство, построение дохода, владение что-то – это движущая сила. Но тут точно так же есть сдерживающая сила. А, еще кое-что. Любовь. Любовь – колоссальная движущая сила. Вот, посмотрите в истории. Многие войны, многие страдания были за женщины. Любовь. Любовь к родителям. Что-то хочу сделать для них, классная вещь. К детьми, ради своих детей. Семья – огромная движущая сила. Семья. Для многих людей семья является супердвижущей силой. Многим людям говорят, что чего ты хочешь добиться? Говорят, хочу построить дом, хочу детей образование давать. Это есть движущая сила. Хочу давать детям то, что у меня не было и так далее. А есть сдерживающая сила. Сдерживающая сила – это что? Отрицательные привычки. Лень, откладывание на потом, страх, долги. Теперь внимание, возраст. Возраст есть, понимаете, сдерживающая сила. Посмотрите парня, который 25 лет или 30 лет, он по полной силе вкладывает. Человек за 40, за 50 лет, он уже осторожно действует. Возраст. Накапливает сдерживающая сила. Ошибки накапливаются с возрастом. Так? Да. Внимание обрати. Вот. Пессимистическое мышление. Негативное мышление. Или негативная среда. Это все является сдерживающей силой. Негативный опыт. Очень сильная сдерживающая сила. Они у всех есть. Когда провел многократный опрос, с чем я столкнулся? У обычных людей сдерживающая сила составляет 90%, а движущая сила 10%. Вы представляете, что такое? У обычных людей. Но бизнесмены – это те люди, которые смогли перебороть себя. Когда движущая сила больше сдерживающей силы, человек пойдет, действует. Внимание, братья. Когда движущая сила больше, чем сдерживающая, человек пойдет, действует. Он что-то делает. А когда сдерживающая сила больше, чем движущая, у человека классное образование, у человека классные идеи, но он его не может реализовать. Наверное, вы это видели. Есть очень много людей, которые хорошие идеи у них, хорошее образование, но они не реализованы, потому что именно это их держит. Почему об этом сейчас я вам рассказываю? Ваш опыт, она является в каком-то этапе для вас богатство на 20% является богатство. На 80% большой тормоз. Напишите это. Именно оно не позволяет нам меняться. Именно оно формирует у нас убеждение. Ваш опыт, где ситуация похожая, она помогает вам. Но где ситуация не похожая, она точно создает вам больше проблем. Поэтому теория не занимает место практика, практика не занимает место профессиональные знания. Пожалуйста, запомните вот эту теорию, то есть вот это предложение. Профессиональные знания, они другие.